А перед началом данного видеоролика хочу сделать для вас маленький конкурс. Разыграю 500 тысяч ВК коинов. Для участия в конкурсе необходимо перейти по ссылке в описании в мою группу ВК. Просто поставить лайк, и через буквально 3 дня мы узнаем победителя на стриме с помощью рандомайзера. Ну а что ж, переходим к видеоролику. Привет, ребята, с вами я, Алекс. По названию видеоролика вы уже явно догадались, что я покажу, как сделать анимированный рабочий стол. Для этого потребуется программка под названием Wallpaper Energy. Явное дело, что она продается в Steam, но мы же пираты, так что я оставлю ссылку в описании на Яндекс.Диск. И оттуда можете ее скачать. После того, как вы скачали папку с Яндекс.Диска, можете зайти в нее. И там будет файл под названием RAM. Но также можно добавить свои живые обои. Для этого достаточно перейти опять в папку с скачанной программой, перейти в Projects, My Projects и кинуть в эту папку свои скачанные обои. И вот и все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.